полку огнеборцев прибыло. В Главном управлении МЧС по Чувашии приняли присягу 12 пожарных. Эти молодые бойцы уже несут службу в отрядах Федеральной пожарной службы Чебоксар, а также Чебоксарского и Ядринского районов республики. Бесстрашие, самоотдача и способность молниеносно принимать решения – это качество настоящего огнеборца. То молодое пополнение, которое будет приведено к присяге, должно понимать, что берет на себя новые обязательства в жизни, обязательства серьезные, обязательства важные. Исполнять требования законодательства, быть добросовестным сотрудником, исполняя свой долг перед народом. В помощь пожарным – спасательная техника. Новые современные пожарные автомобили уже готовы приступить к работе. Такие же машины появились еще в 6 районах республики.